Жила-была царевна, которая мечтала искупаться в море. Ой! 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 Это все потому, что в бассейне мне тесно. Мне пора на море. Что ж, значит, мы едем на море. Ура! Вот и море. Красота! Но что же это? Оказывается, царевна боится купаться в море. Как же быть? Говорят, что я ребенок вредный. Нет со мною никакого сладу. У меня для вас рецепт проверенный. Дайте мне побольше шоколаду. Дайте мне побольше, дайте мне побольше. Буду кушать, наслаждаться. Буду с горки я кататься. Только мне не предлагайте умываться. Нет! Хочу на море! Царевна, поиграй с нами! Не хочу! Ой, мячик укатился! Царевна, давай к нам! Не пойду! Там море! Оно толкается! Царевна, поплавай со мной на матрасе. Не сиди на жаре. Ни за что! Меня осьминог под воду утащит. Осьминог? Какой такой осьминог? Только за буйки не заплывай. Ой, меня море погладило. Ты, главное, нос зажимай. Царевна полюбила купаться в море, ведь это очень весело. Спасение осьминога. Жила-была царевна, которая обожала электронные игрушки. Теперь ты. Сейчас поменяем. А эту выбросить. Царевна обожает новые платья и модные журналы. Возьмите, не пожалеете. Здесь самые модные луки.
А папа любит попить кефир перед телевизором. Он как раз купил себе новый телевизор. Океан огромный, но мне в нем стало тесно. Здесь больше для животных не осталось места. Мировой океан превратился в свалку. Вместо рыб глотаю пластиковые палки. Люди чистят свои дома, вынося мусор за пороги квартир. А мы здесь сходим с ума, ведь за вашим порогом наш мир. Побереги природу, ведь это наш дом, ведь это наш дом, и мы живем в нем. Спорхнули шарики в небо, китам достались на ужин. Где человек еще не был, повсюду есть его мусор. Из ядовитых отходов построили чайки гнезда. Что стало с нашей природой? Спаси нас, пока не поздно. Люди чистят свои дома, вынося мусор за пороги квартир. А мы здесь сходим с ума, ведь за вашим порогом наш мир. Побереги природу, ведь это ваш дом, ведь это ваш дом, мы все живем в нем. Побереги природу, ведь это ваш дом, ведь это ваш дом, мы все живем. Что же мы наделали? Мы должны спасти осьминога! Чтобы планету не засорять, мусор учитесь, друзья, разделять. Банка, тетрадка и сококоробка, все отправляется в переработку. Лес долго рос и ветвями качал, чтобы картинку ты нарисовал. Помни, бумагу нам нужно сдавать, кто-то на ней нарисует опять. Видишь значок, алюминий, металл, пусть нам послужит еще материал. Пластик бывает различный, но знай, крышки, бутылки, пакеты сдавай. Эта коробка совсем непростая, в ней молоко иногда покупаем. Вымоем, сложим и в бак отнесем. Так мы природу с тобой сбережем. В банке клубничное было варенье, банку стеклянную сдать без сомнения. Сделано! Вот мы с тобой молодцы. Может, в ней будут потом огурцы. Старое платье тебе надоело, мусор выбрасывать вовсе не дело. Кто-то, возможно, нуждается в нем, в этот контейнер его отнесем. Этот значок означает, друзья, вовсе выбрасывать это нельзя. Фен, телефон, батарейка, планшет, места в природе для этого нет. Ищем на карте мы пункты приема и помогаем друзьям и знакомым. Чистые реки, леса и поля, чистая наша планета Земля. Нам посылка.
Кажется, это царевня. Здесь еще что-то есть. Смотрите. Ого! Это же осьминог из передачи про океан! Спасибо! С тех пор царевна и ее семья заботятся о природе и сортируют мусор. Ведь мы в ответе за нашу планету и всех, кто на ней живет.